Всем доброго утра. Буду варить кашу. Сначала на воде, потом добавляю молоко. Прекрасный сотейник от Кукмары. Не пригорает, не убегает. Все замечательно. Так, почистила чайник. Уксусом блестит. Сейчас кашка. Кашка у меня такая будет. В чижике купила. Как соседка бабушка говорит, в ежик ходила. Я говорю, может быть, в чижик? Ой, в чижик. Так что в ежике купила щедрый год. Хлопья овсяные экстра. Так, варить, по-моему, 5 минут. Я уже варила. Да, 5 минут. Вот так мелко написано, я вижу без очков. Смотрите, какая мелкотень. 5 минут. Закрою так. Залейте горячие хлопья молоком или водой. Здесь не варить, но я варю. Перемешайте. А, и варите на медленном от 5 минут или до готовности. Мне минут 10 где-то, 5, ну 5-7-10, вот так вот. Мне понравились. Хлопья, к тому же, так аппетитно смотрятся. То сейчас маслице возьму. Масло есть, да, масло есть у меня. Такое вот масло тольяттинское. Больше всех люблю с кошкой. Жду капсулы, сегодня должны капсулы с кофе прийти. Поэтому пью... Вот такой Нескафе Чиба. Чиба. А, Чиба Голд. А я что думала, Нескафе? Так, ну что, девочки, просыпаемся, просыпаемся. Сейчас у меня кашка закипит, и я уйду в душ. А как ваше утро проходит? Купила вот такую вчера бобину, тоже в чижике. А для... Вот эти вот тряпочки. Ну, одной мало, девчонки. Я не знаю, куда пропали желтые в Пятерочке, которые хорошие. Я по 2. В общем, они такие маленькие. И она ничего не вытирает. Я по 2. Не знаю, куда желтые рулончики пропали. Так, сейчас с собой, пока у меня кипит, все закипает. Я с собой беру на работу. А, вот яблочки хочу положить в пакетик. Яблоко вчера намыла. Положила. Девчонки, только деревянными. Деревянными. В такой вот посуде. И сковородки у меня есть. И сотейник вот. Только деревянные или силиконовые. Сейчас посмотрю, маловато. Нет, не маловато. Я сильно густую не буду делать. Сейчас буквально прям 5 минуточек закипит, посолю, посухарю. Так, солечко, сухарок. Не знаю, сколько посолить тут, чтобы не пересолить. Наверное, хватит. Сухарок. Сверху так, не доставая до дна, нельзя. Иначе все испортишь, всю посуду. Я смотрю некоторые, ой, как попало, чем попало. Нет, у меня деревянные, вот стоят деревянные, силиконовые. Ну вот, прям уже пыхать начала. И молочка добавлю. Добавила молочка. Все, вот так как начала плюхать, можно уже выключать. Сейчас она толстостенная, такой как бы сотейничек. В нем она дойдет.
пока я моюсь, минут 5-7. Выключаю. И закрываю крышкой. Пась, ты что там трык-трык ногами? Задними лапками чего трык-трык? Он все время лежит, когда спать хочет, и вот так чамкает. Ну, Василька, спать хочешь? Я ему еды положила, сухой корм, что-то не хочет. Ну что, пойдем есть кашу? Прекрасная каша. Ой, мне круче и не надо. Сейчас перемешаю. Вот такой консистенции. Классно. Прекрасный мой завтрак. Так, маслица. У меня еще осталась шарлотка. Она еще в прекрасном состоянии. Кофе немножко добавила сахара. Я в цикорий, в чай не добавляю сахар. В кофе чуть-чуть. Я не знаю, правда, как отучиться от этого. Знаете, какая консистенция каши. Вот самое то. Я люблю кашу размазню. Не люблю, чтобы ложка стоит. Ну и жидкую, чтобы не очень была жидкая. Пробуем. Девчонки, так вкусно. Всем приятного аппетита. И всем вкусных завтраков. Пишите, кто чем сегодня завтракал.